Урок третий. Задача первая. Начертите луч BC. Так, это будет точка Б, начало луча. А точка С это какая-то точка, принадлежащая лучу. Например, точка С. Можно ли провести три луча с началом в точке А, так чтобы они не пересекали луч ВС? Давайте отметим точку А, не принадлежащую ВС, и построим три луча как-то так, чтобы эти лучи не пересекали BC. Вопрос, можно ли? Ответ, да, можно. Например, так, как показано на рисунке. Задача вторая. Отметьте на прямой две точки. Давайте отметим можно обозначить эти точки буквами. Допустим, это точка А, а это точка Б. Сколько получилось лучей? Будет два луча с началом в точке А. Один идет вправо, другой влево. Дополнительные лучи с началом в точке А. И еще будет два луча с началом в точке Б. А всего четыре луча. Ответ 4. Задача третья. Точка Б. Начало четырех лучей. Давайте покажем точку Б. Начало четырех лучей. Можно ли провести отрезок CD так, чтобы он пересекал только два луча из четырех? Да, можно. Например, Давайте здесь отметим точку С, а здесь точку Д. Если построить отрезок СД, то этот отрезок будет пересекать только два луча из четырех. Вопрос, можно ли провести? Ответ ⁇ да, можно, например, так, как показано на рисунке. Задача четвертая. Начертите три прямые, пересекающиеся все три в одной точке А. Это будет точка А. Красным цветом показана точка пересечения трех прямых. Желтым показываю эти прямые. Вот это идет одна прямая, вторая, и третье. Вот три прямые пересекаются в одной точке А. Теперь надо начертить два луча с началом в точке А. Зеленым цветом показываю эти лучи. Так, вот два луча с началом в точке А. Вопрос: сколько всего лучей? Всего э, будет 8 лучей шесть лучей образуют три прямые, пересекающиеся все три в одной точке. И еще два луча. Давайте сосчитаем эти лучи. Один луч, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Итак, восемь лучей. Задача пятая. Начертите квадрат КЛМН. Проведите прямые ЛН. точка О. Это точка пересечения этих прямых. Сколько всего лучей на рисунке? Давайте сосчитаем. Будет два дополнительных луча сначала в точке К, два дополнительных луча с началом в точке L, два дополнительных луча с началом в точке M и два дополнительных луча с началом в точке N. 4 раза по 2 – это уже 8. И еще будет 4 луча с началом в точке О. 1, 2, третий и четвертый. 8 до 4. Всего будет 12. Ответ в этой задаче 12 лучей.